Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем КВН. Что такое КВН? Прежде всего, это общение самых веселых людей. И только потом соревнование с собственным остроумием. И глубоко заблуждается тот, кто считает, что КВНчиками рождаются, а не становятся. КВНчиком может стать каждый? Да. Если есть желание. В КВН надо хотеть играть. У нас много было случаев, когда приходили ребята играть в КВН. Они не умели ничего делать. Они просто сидели и смотрели, как играют другие. Проходило пару лет, ну, годами меряем, и эти ребята становились мистерами КВН, мисс КВН. Бывало даже такое, я просто приду поносить стулья, это важно на сцене носить стулья. Начинал носить стулья, потом выдавал такие вещи, которые не выдавали на тот момент опытные КВНщики. Поэтому главное желание. Сегодня в школьной городской сборной КВНушка занимаются 12 ребят. В Доме творчества они собираются 3 раза в неделю, а иногда и чаще. Все это время ребята создают самый важный элемент КВНа – новую шутку. Это процесс по-настоящему творческий, и существует даже несколько способов создания убойной шутки. Это может быть случай из жизни или же развитие нестандартной ситуации. В этом году самая опытная КВНщица в команде Татьяна Левандовская, которая пришла сюда еще 8 лет назад, ученица 4 класса, уже заканчивает школу, но КВН оставлять не собирается. Ну, конечно, я бы хотела продолжить свою деятельность уже в институте, и, может быть, когда-нибудь поеду к Маслякову, такая тоже. Самым высоким достижением своих воспитанников за все 10 лет бессменный руководитель сборной Ленинско-Кузнецкого Мария Нохрина считает гран-при фестиваля школьных команд КВН во Владивостоке в 2008 году. Сборная нынешняя тоже показала хороший результат и весной этого года стала бронзовым призером этого же фестиваля. На будущее планы не менее колоссальные. Но прежде всего на предстоящей городской игре среди школьных команд, которая состоится 6 декабря, сборной нужно будет не только победить, но и выбрать новых участников, которые продолжат радовать любителей остроумной шутки.